покупаю. Роскошно. Даже на секунду не хочу выпускать тебя из рук. Всем привет, друзья! Это Орел и Решка! Знаешь, что я хочу сейчас сделать? Конечно же, подбросить монеточку. Нет, я хочу тебе просто дать пятюню в Сан-Франциско. Лучше бы ты мне безлимитную карту дал. Почему 5-то, Ян? Потому что в Сан-Франциско придумали жест «дай 5» на бейсбольном матче. Ух, пятерочку тебе за подготовку. Ян, давай бросай монетку. Тогда десяточку мне, потому что я подготовился. Я взял монетку, чтобы решить, кто из нас будет сегодня бедный или богатый. Орел. Решка. Поехали. О, ну. Могло быть, но я надеялся, что третий раз повезет. Знаешь, я всегда хотел... Я богатому! Юля! Лимузин, вертолет и шампанское. Это все, что хочу я сегодня. Сан-Франциско – один из самых красивых городов Америки. Окутанный туманом, воспетый в песнях и наполненный духом свободы. Мы готовы к твоим безумным искушениям. Добраться из аэропорта до центра Сан-Франциско можно на такси, на автобусе и на электричке BART, которой я и воспользуюсь. Способ, конечно, не самый дешевый, но зато быстро. Самый быстрый способ добраться из аэропорта в город – для богатого человека это вертолет. И, конечно же, я его покупаю. Цена такой прихоти – $265. Let's go! Пробки – не помеха, вид – обалденный, а для туриста, который впервые летит на вертолете, еще и куча восторга. Все нормально, как будто бы… Мы летим! Каких-то 30 минут, и я в самом центре города. Но мои перипетии с транспортом на этом не заканчиваются. Хоть Сан-Франциско и не очень большой городок, но из-за высоких холмов и извилистых дорог передвигаться пешком здесь довольно проблематично. Поэтому я рекомендую вам взять байк. Пару формальностей, минус $8, и я на колесах. Офигенно! Итак. Как я уже сказал, первая изюминка города – холмы. Их в Сан-Франциско аж 42. Мало того, что по ним сложно ходить, так здесь еще и сложно строить дома и дороги. И вообще, за каждым холмом в одно и то же время может быть совершенно разная погода. Считалось, что из-за всех этих неудобств люди здесь не приживутся и город простоит недолго. Но Сан-Франциско стукнуло уже 244 года. Вторая изюминка города – постоянный туман, который возникает из-за перепада температур между Тихим океаном и холмистым берегом. Этот туман местные считают полноценным жителем города, поэтому они дали ему имя Карл, завели ему страницу в соцсетях и чатятся с ним как живым человеком. И, кстати,
Подписчиков у него больше, чем у самого мэра города. Ну и, наконец, третья изюминка Сан-Франциско. Мост Голден Гейт. Это визитная карточка города. И по мнению многих, именно этот мост считается самым кинематографичным и живописным во всей Америке. С монитора компьютера, которая сейчас ожила, и я лечу и вижу. Это невозможно писать, передать, это невозможно писать. Извините, пожалуйста, я вообще не люблю плакать, но это невероятно. Мост Голден Гейт – один из самых больших в мире. Поэтому команда рабочих, которая красит этот мост, как только заканчивает, им приходится все начинать сначала, ведь он огромный. Длина моста – 2737 метров. Это спас. Я еду по нему уже бесконечность, мне кажется. Многие считают, что мост Голден Гейт называют золотым из-за своего цвета. Ведь ярко-красный в закатных лучах солнца выглядит как золотой. Но это не так. Мост Голден Гейт назван в честь одноименного пролива, который соединяет Тихий океан и залив Сан-Франциско. Интересно, что изначально в планах было покрасить мост в желто-черные полоски, чтобы он был более броским и заметным в тумане. Однако позже все же решили выбрать красный цвет, который стал традиционным. Но есть в истории моста и печальный факт. Представляете, на этом мосту совершается чуть ли не самое большое количество попыток самоубийства. За последние 70 лет здесь погибло более 1200 человек. Но все же большинство людей приходит на этот мост ради классных фоток и эмоций. Не увидел Голден Гейт, значит, не был в Сан-Франциско. Самой известной достопримечательностью города я вас уже познакомил, а теперь я покажу несколько необычных. Достопримечательность первая – золотой пожарный гидрант. Как-то раз этот пожарный гидрант спас целый район от пожара. С тех пор его перекрашивают каждый год в золотой цвет под присмотром мэра. Вторая достопримечательность – кинотеатр в Глазке. Здесь крутят немое кино и делается для того, чтобы туристы не забывали про старые фильмы. Почему Глазок? Да просто, чтобы было интересней. Смотрите, тут есть даже расписание фильмов. Вот, например, фильм идет 2 минуты, другой минута 30, 42 секунды. Не знаю, хоть и 42 секунды идет фильм, но ноги прилично затекают и болят. Неудобно. Достопримечательность третья. Женские ноги, торчащие прямиком из окна. Просто раньше на этом месте был бутик с женскими чулками в клеточку. И эту вывеску сделали для привлечения клиентов. Магазин закрылся, вывеска осталась и все так же удивляет случайных прохожих. На этом обзор необычных достопримечательностей окончен. Но это далеко не все сюрпризы Сан-Франциско. Вертолет – это, конечно, супер, быстро, удобно, но для того, чтобы узнать Сан-Франциско получше, я арендовала себе душу этого города. Volkswagen Transporter – символ целой эпохи,
и любимая тачка хиппи. Движение хиппи появилось в Сан-Франциско в 60-х годах. Они пропагандировали мир, любовь и кочевой образ жизни. Именно в таких бусах хиппи путешествовали, жили, любили, мечтали, строили планы и даже заводили детей. Ready? Okay, let's go! Как вы думаете, почему эта модель стала такой популярной? Этот бус изначально был недорогим, а во времена хиппи такой подержанный. Вообще можно было купить чуть ли не за банку газировки. И в итоге за какие-то гроши ты получаешь вместительную машину, которая неприхотлива, незатратна и легка в эксплуатации. Каждый уважающий себя хиппи хотел иметь такое авто. А еще на таких машинах частенько рассекали серфингисты, поэтому эти бусы – символ путешествий. Великих свободных автомобильных путешествий по Америке. Так эта машина была своего рода домом на колесах? Да, именно так. Она была своего рода личным лагерем на колесах. Задние сиденья превращаются в полноценную кровать. Также можно было установить дорожную кухню и вести счастливый кочевой образ жизни. Ой, меня фотографируют! Меня фотографируют! Каждый делает фото с автобусом. Да, это тут постоянно. Когда едешь по Сан-Франциско, люди машут, показывают мир, класс и делают фото. Это же неофициальный символ города, и все рады его видеть. А еще говорят, чтобы почувствовать себя хиппи, надо просто сесть за руль такого бусика, поэтому у меня назрел вопрос. Задавай. Могу ли я буквально на пару секундочек сесть на водительское, сесть за руль? Тю, конечно. Правда? И я могу порулить? Я хороший водитель. Да? А ты на механике ездила? Да, конечно. Хорошо, хорошо. Да я на копейке так гонял у себя там по селу, что мне это вообще легко дастся. Все, сейчас будем водить. Передаем за проезд, друзья, все за проезд передаем. И теперь рассказывайте, как мне здесь включить первую передачу? Это первая передача? Да, она. Ну... Окей. Пацаны, не подрезаем, вы чё, а? Свой же человечек тут катается. Иха! Вечеринка начинается, давайте включаем музыку. Сан-Франциско! Все хорошо, хорошо. Ты молодец. Мне нравится, как ты водишь. Класс. Ощущения просто невероятные. Я вожу машину каждый день, практически каждый день. Но одно дело, это когда у тебя там свой автомобиль, автомат, там все уже настроено. Другое дело, когда здесь просто все настолько, настолько аскетично. Просто руль, палка, копалка. Пацаны, не обессудьте сейчас. Никогда, никогда в жизни я бы не подумала, что я буду на старом бусике Volkswagen, таком прям киношном, кататься по улочкам Сан-Франциско. Я приехал в еще одно странное место, и называется оно Albany Bull. Это бывшая свалка, где были горы мусора и жили бездомные. Так было долгих 20 лет, но в конце концов жителям Сан-Франциско это надоело. Смрад от свалки и выходки бездомных очень сильно мешали людям, которым не повезло жить рядом с этим местом. Поэтому власти и люди скинулись деньжатами и заплатили бездомным, чтобы они уехали отсюда. Между прочим, по 3000 долларов. Но если проблема с бомжами была решена, то мусор после их выселения продолжал лежать и портить внешний вид этого места. Поэтому на помощь пришли местные художники, деятели искусства, и сделали скульптуры из всех этих отходов. В
Вот, например, скульптура собаки из палок. Вот флюгер из железа и осколков бетонных плит. Вот фигура зовущей женщины из досок и жестянок. А здесь вообще сделали из камней медитационный круг. Для того, чтобы походить в тишине, подумать и понаслаждаться видом на океан. Но у этого современного искусства есть некоторый минус. Со временем все эти инсталляции превращаются снова в мусор. За 5 лет сильный ветер и повышенная влажность разрушили большинство скульптур. Поэтому долго смотреть здесь попросту не на что. Многие туристы приезжают в Сан-Франциско для того, чтобы угодить в тюрьму. Самую известную тюрьму на планете Земля – в Алькатрас. И я сегодня планирую сделать то же самое, что и вот та огромная толпа людей. И, кстати, несмотря на то, что у меня безлимитная карта, я стою в очереди, потому что это единственный способ попасть. Вот есть такие туры, и все. Нет никаких яхт, тюрьму, там еще чего-то. Билетик выглядит вот так. Жизнерадостно. Легендарная тюрьма Алькатрас находится на одноименном острове, со всех сторон окруженном ледяной водой и сильными течениями. 57 лет назад именно эта тюрьма считалась одной из самых страшных и жестоких на планете. Ощущения очень смешанные. С одной стороны, здесь очень красиво, это правда красивый остров, он зеленый, у него скалы. Но энергетика здесь, мягко скажем, не очень дружелюбная. Итак, что же такого страшного было в этой тюрьме? Первое. Содержание. Условия пребывания в тюрьме Алькатрас были невыносимыми. Отсутствие света, пронизывающий холод, плохая еда. Арестантам не разрешалось иметь личные вещи, читать прессу. Применялись наказания тишиной, голодом и темнотой. Да тут же, ты понимаешь, мы сейчас даже половину не ощущаем. Это просто ужас, кошмар. Мне страшно представить себе попасть в такое. Не дай бог. Второе – приятные соседи. Алькатрас называли самой страшной тюрьмой не только потому, что здесь ужасные условия для жизни, а потому что сюда поступали самые ужасные преступники, которые были осуждены пожизненно. Маньяки, киллеры, наркобароны, мафиози, которых всячески пытались сломать. Когда сюда поступали новые арестанты, у них отбирали имена и выдавали им просто порядковый номер. И для человека, который о себе большого мнения, а большинство преступников, которые сюда приходили, они были себе большого мнения. Это было крайне унизительно. Они не имели права говорить вслух, как их зовут. Так, одним из самых известных жителей Алькатраса был знаменитый гангстер Аль Капоне. Тюремщики дали главе чикагской мафии самые унизительные работы, и вскоре Капоне растерял авторитет и превратился в грушу для битья. Третье. Невозможность побега. Усиленная охрана, толстые стены камер и слабость арестантов, которых специально доводили до истощения и изнеможения. В Алькатрасе все заключенные всегда принимали горячий душ. И не потому, что о них заботились, а потому, что если была бы холодная вода, они могли бы закалиться, им было бы проще переплыть расстояние до города по ледяному заливу. Ледяному. Статистика побегов. 27 беглецов вернули, 7 застрелили, 2 утонули, 5 пропали без вести. За 29 лет существования тюрьмы из нее не осуществили ни одного успешного побега. Так считали до недавнего времени. В 1972 году троим преступникам удалось сбежать. Их судьба была неизвестна, власти решили, что они утонули. Но недавно
Искусственный интеллект, разработанный ирландскими учеными, отыскал двух заключенных по фотографии. Оказалось, все это время они жили в Бразилии. Сейчас им по 80 лет. После 30 лет существования тюрьму Алькатрас закрыли. Якобы финансирование было слишком затратным. А сегодня из некогда страшной тюрьмы вообще сделали площадку для развлечений. Водят на экскурсии туристов. В одном из тюремных залов проводят международный турнир по баскетболу. А от Алькатраса до Сан-Франциско устраивают заплывы на скорость. Вот такое преображение. Скажу вам честно, друзья, находиться здесь сложно, но полезно. И вот я вижу людей, которые здесь ходят, они вообще не заморачиваются. Они улыбаются, им круто, они смеются, фоткаются. Но по факту, именно в таких местах понимаешь, насколько круто ты живешь. У тебя есть все для того, чтобы твоя жизнь проходила так, как хочется. Есть в Сан-Франциско и музеи. Но поскольку Сан-Франциско город необычный, то и местные музеи ему подстать. Место, куда я пришел, называется Музей античных массажеров. И здесь вы можете увидеть всю историю массажеров с момента их изобретения. То ли миксеры, то ли вентиляторы, или вот, вообще похоже на дрель. Что-то я не совсем понимаю, как эти штуки работали. Нужна помощь. Да, у вас есть вопросы? У меня только один вопрос. Для чего были созданы эти массажеры? Как они использовались? Первые вибромассажеры появились в 19 веке. И находились они исключительно в медучреждениях. Врачи тогда лечили ими загадочный недуг – женскую истерию. Тогда не существовало такого понятия, как ПМС. И если у женщины появлялись слезы, раздражительность, смех или повышенная сексуальная активность, ее непременно отправляли к врачу на сеанс вибромассажа. Вибрациями разминали в основном точки в нижней части живота. Процедура очень быстро стала популярной. Первый вибромассажер был огромной паровой машиной, для работы которой требовалось 3 медработника. После был придуман массажер, который работал с помощью газового баллона. Газ? Это, наверное, было опасно? Я не могу представить это. Да, даже не пытайтесь. Вибромассажеры эволюционировали быстро. Их сделали более компактными и удобными в использовании. Вот, например, вибромассажеры ручные. Они выглядят как машины, которые способны убить человека. Да, не исключено, что такое и случалось, но мы об этом уже не узнаем. Тем более вскоре вибромассажеры стали еще более компактными, обрели более стильный внешний вид, но главное, они стали электрическими и общедоступными. Их начали продавать в магазинах бытовой техники. Врачи рекомендовали использовать их не только женщинам и не только по первоначальному назначению, но и для массажа головы, шеи, поясницы и даже как средство от целлюлита. А вот вообще уникальный экспонат. Это насадка для пылесоса. Сумасшедшая идея. Очень сумасшедшая. Присоединяли эту штучку к пылесосу. Пылесос затягивал воздух, но из-за этого эта штучка начинала вибрировать, и вы могли размять ваши суставы после тяжелого дня. Но в истории вибромассажеров случился переломный момент. В 1980-х годах появились фильмы для взрослых, и в этих фильмах для взрослых довольно часто фигурировали эти массажеры. И люди поняли, что никакие это не медицинские приборы, а просто... Ну, в общем, вы поняли. А ведь раньше я думал, что все эти музеи — это уныло и невесело. Как же я ошибался. Наконец-то в этой программе ко мне пришла богатая, дорогая жизнь. И я хочу запомнить свой первый раз, поэтому я сняла себе дом. Большой, необычный дом. О его существовании неизвестно широкому кругу туристов. А адрес можно получить только предварительно заплатив за аренду через интернет.
осталось понять, что же необычного в этом доме. Первым делом каждый посетитель попадает в гостиную комнату. Она оформлена в викторианском стиле и выдержана в бордово-черных тонах. Пока ничего удивительного. Странности начинаются в следующей комнате. А это что? Прямо посреди помещения стоит клетка для собаки с миской и косточкой. Но и это еще не все. Ладно, меня больше смущает, что здесь делает череп, друзья. И колючки. Что за сюрпризики? На первый взгляд, весь дом больше напоминает кунсткамеру со странными экспонатами. И остальные комнаты только подтверждают эту теорию. Вот комната со стоматологическим креслом. А вот комната, которая вообще походит на средневековую пыточную. А здесь спальня, больше смахивающая на усыпальницу Дракулы. Спальня. Удобная. Большая кровать с занавесками. Да, есть что-то еще здесь такое, что режет глаз. Но если вдруг ночью захочется посидеть, то есть для этого специальное местечко. Как многие уже поняли, мой необычный дом оказался ничем иным, как местом для любовных утех. Такие дома очень популярны в Сан-Франциско. И многие семейные пары частенько снимают их на уикенд. Я когда выбирала себе ночлег, ну, я думала, ну, тут, ну, так, просто, ну, скажем так, элементы интерьера. Теперь ночевать здесь становится чуть-чуть страшно. Надеюсь, среди зрителей «Орла и решки» много любителей чего-то неординарного. Ну что ж, сама же выбрала. Теперь придется здесь жить. В Сан-Франциско жилье очень дорогое. Поэтому я решил поискать счастье за пределами города. В часе езды я нашел просто отличное место. Сейчас покажу. Обалдеть! Серьезно, это локация моего хостела. Это же самая лучшая локация для хостела. 200 лет назад в здешних водах потерпел крушение корабль под названием «Перевозчик голубей». После на этом месте построили маяк, который получил название «Pigeon Point», что в переводе «голубиная точка». Кстати, именно в этих водах проходит путь миграции китов и дельфинов, поэтому место стало популярным среди туристов, и для них даже открыли хостел. Hi. Hi, welcome. Hi, how are you? Good, how are you? Fine too. Do you have any free beds right now? Yes, we got a dormitory. Okay, what's the price for it? It's $40. Okay, cool, I'll get it. Okay. Да, жилье не самое дешевое. Но в Сан-Франциско за такую цену я вообще не факт, что нашел бы что-то. Окей, thank you. Ну что ж, меня поселили в дом, который называется «Дом дельфинов». Погнали, посмотрим. Так, ну что? Дом дельфинов оказался огромным. С кухней, гостиной и соседями, такими же туристами, как я. Hi guys, how are you? Good, how are you? I'm your neighbor today. Yeah. Nice to meet you. Тут туалет, вторая комната, моя третья. Погнали смотреть. Ну, роскошно же, посмотрите. Всего лишь 6 кроватей, то есть у меня будет 5 соседей. Расположусь я, пожалуй, вот здесь. Мне, несомненно, повезло, потому что здесь есть туалет. Я думал, что в хостелах они обычно очень далеко где-то, но он здесь есть. Давайте посмотрим. Для любителей засесть в туалете, тут есть окно. Вот тут не стыдно засесть на часок. А потом такие встаете и... Затекли ноги, кажется, да? Ой, ой. Пойдемте смотреть другие комнаты.
А вот это, кажется, лучшая дверь, которая здесь есть. Ведь если ее открыть, можно зайти в очень красивое место на земле. Обалдеть! Я не знаю, есть ли локация лучше для хостела, чем это. Это потрясный вид. Просто хочется вот так вот сидеть, заминать какой-то сэндвич и кайфовать. Роскошный видок, очень роскошный. Ну а что? Не в пижаме же мне спать в таком доме. Только я знаете, чего, друзья, не понимаю? Вот вроде бы жизнь богатая, а все так же в мешке сплю. Ну ладно. Зато оригинальненько. Спокойной ночи. Ну что, это был реально прекрасный день, и заканчивается он не менее хорошо в этом хорошем, классном, очень уютном хостеле. Я здесь чувствую себя реально как дома. Надеюсь, завтрашний день будет не хуже. Я пошел спать. Спокойной ночи. Утром я узнал, что в моем хостеле имеется джакузи с видом на океан. Доброе утро! Вот это хорошо! Как бы вам описать, что сейчас со мной происходит? Я лежу в джакузи, в очень теплом джакузи. И перед собой я вижу нереально красивые огромные волны, солнце. И напомню, все это на $100. Поскольку у меня безлимитная карта, безграничные возможности и пытливый ум, я решила сегодня уехать из Сан-Франциско и посмотреть окрестности. И для этого мне, естественно, нужен большой внедорожник. Я на этом Volkswagen бусе далеко не уеду. Я же не хиппи. Ну что ж, пришло время позавтракать. Для этого я вернулся в Сан-Франциско и зашел в местную бургерную. Но не простую, а в ту, в которой всю еду делает робот. Посмотрите, здесь все автоматизировано. Вот лучок, он сам режется и кидается на булочку. Помидорки порезались, они кинулись на булочку. В общем, все автоматически. Эта идея принадлежит бывшему повару, которому так надоело самому нарезать ингредиенты, что он изобрел робота, который делал бы все за него. Робот состоит из 20 компьютеров, 50 механизмов и 350 датчиков. А на саму его разработку ушло 6 лет. Но полностью отказаться от человеческих рук не удалось. Машину нужно постоянно загружать ингредиенты, мыть ее и ремонтировать. Тем не менее, идея попробовать бургер от робота так приглянулась туристам и жителям города, что в заведении потянулись толпы посетителей. Yeah. It's for me. Yeah. Thank you. Так, наступила моя любимая часть, поэтому давайте пробовать, тестировать. Бой! Я не люблю огромные бургеры, которые тяжело поместить себе в рот, и
тебя все вытекает, руки грязные. Это не клево. Тут это класс. И здесь еще шикарные соленые огурчики, как будто бы их достали из какого-то погреба, из этой баночки трехлитровой, солененькие огурчики, закинули бургер. Очень вкусно и с легкой ноткой остроты, какой-то необычной. Вкусно и крутой аттракцион. Посмотреть на то, как бургер собирают машины, лайк, и современно. И, кстати, тут вода бесплатная, поэтому я пойду воспользуюсь этим. Два часа езды по живописной дороге вдоль Тихого океана. И я в городке Монтеррей, где находится один из крупнейших океанариумов в мире. Сюда везут детей со всех уголков страны. Я в душе ребенок, поэтому я привезла себя. Погнали, пацаны! В океанариуме Монтеррея содержится более 35 тысяч морских животных. Здесь тебе и акулы. Мурашки по коже, просто ты видел, какие у нее вот такие вот огромные зубища. И осьминоги-гиганты. О, у него глаза! Я вижу его глаза, у него есть глаза! И здоровенные угри. Угорь очень страшный, черт, фу! О! Я бы, клянусь вам, умерла, если бы увидела такое вообще вживую. Ну, в смысле, не за стеклом. Ну, вы поняли. Здесь очень залипательно. Очень хочется тюльки. Это еще такая, знаешь, что чуть-чуть солененькая, но не пересоленная. Аж слюнки потекли. Это пингвин! Такой не жирный пингвин, а стройный пингвин, смотрите. О, выдра! Привет! Я в жизни не думала, что выдра, во-первых, такая большая, а во-вторых, такая милая. А оказывается, они супер-няхи. Помимо вышеперечисленного, здесь есть уйма аттракционов. Вот, например, аттракцион «Вращающийся стерлядь», где можно наблюдать, как рыбки плавают по цилиндрическому аквариуму. Меня одно интересует вопрос, откуда они выплывают, куда они плывут, и где это все заканчивается, как это работает. Или вот. Я создаю течение, это вообще невероятно. Смотрите, вот, например, плывут рыбы, да? Готовы? Смотрите. Видите? Течением рыбки все сюда, водоросли сюда, теперь обратно. Класс, очень круто. И даже аттракцион, где можно контактировать с морскими существами. You need to keep your hand in water, then it will walk in your hand. А, не. It's not dangerous? No. Okay. Kids play all the time. Ладно, друзья, я боюсь всего на свете, но давайте пора с чего-то начинать. Смотри! Но главная фишка этого океанариума вот. Уникальность этого аквариума в том, что за этим стеклом открытый океан. Друзья, это рыбы, которые приплывают на свет. Дело в том, что на дне местного залива есть подводный каньон, который стал домом для невероятного количества морских животных. И возможность увидеть всех этих ребят в естественной для них среде не может не поражать. Вода – это абсолютно точно моя стихия, и мне так нравится все это рассматривать. Это же мир, который мы не видим, он уникальный. Он такой огромный, что мы даже не думаем о том, какой он большой. А там, вы посмотрите, какая там красота. У нас тут на суше как красиво, а там на дне океана, Тихого океана. Вау.
Очень красиво. Вот вам еще один плюс премиальной карты MasterCard. После каждой оплаты мне начисляются бонусы, которые я потом обменяю в программе вознаграждений. Кстати, посмотрим, что там есть интересного. Под конец второго дня я тоже решил покинуть Сан-Франциско и приехал в соседний город Окленд. Я сейчас стою в очереди, чтобы получить незабываемые вечерние впечатления. Все мы знаем, что в Америке очень популярен рестлинг. Такое себе спортивное шоу, в котором сочетаются борьба, акробатика и театр. А все бои идут по сценарию и заранее отрепетированы. Но местные пошли еще дальше. Американский рестлинг – это пародия на настоящие бои. Так вот, у американского рестлинга есть фанаты и хейтеры. Последние взяли и создали пародию на пародию. И называется это «Фудслэм». Вот, сами посудите. Настоящий рестлинг проходит на огромных стадионах. Транслируется по ТВ. А билеты на него стоят от 50 до 800 долларов. Худслэм же проводится в подвалах и заброшках. А входной билет стоит всего 20 долларов. В настоящем рестлинге участвуют профессиональные спортсмены в дорогих костюмах. А в худслэме – аматоры в самодельных тряпках. И, наконец, если в рестлинге есть хоть какая-то логика, то во время худслэма просто происходит полный абсурд. Чтобы вы понимали ироничную ситуацию, сейчас астронавт из Штатов сражается с астронавтом из Советского Союза, с Юрием Гагариным. Полное безумие. Только что Юрий Гагарин получил пощаду. Я очень быстро проникся этим движением. Это полнейший стёб, но очень смешно. Это реально клёвое шоу. Я удивлён. Я очень удивлён. Но и это еще не предел. Следующие бойцы – это Хищник и Эллен Рипли, главная героиня фильма «Чужой». Это просто самый сильнейший сюр, который я видел. Что происходит? Я в полном шоке. Я не понимаю, что происходит. Это полный шок. В общем, это вроде как все не по-настоящему, но моментами мне кажется, что они допускают ошибки и наносят себе некий урон. И мне очень жалко девушки, потому что был только что момент, она прям... Но ей было, видимо, очень больно. Это жестко. Но смешно. Прыгнет, он сейчас прыгнет. Вывод. Это очень нелепое, но очень впечатляющее и смешное шоу, которое, я думаю, стоит обязательно посетить, если будет возможность. Мне понравилось. Ну что, друзья, вот и наступил тот день, когда я прячу свои первые 100 долларов, свою первую бутылку. Скажу вам честно, я даже немного не верю в то, что это сейчас происходит в реале. И, знаете, хочу, чтобы тот человек, который найдет эту бутылку и 100 баксов, был не менее счастлив, чем я сейчас.
А, и теперь надо сделать так. Заветную бутылку со 100 долларами ищите в городке Монтеррей на пляже Сан-Карлос. Спуститесь по ступенькам и поверните направо. Тут в камнях вас и будет ждать клад от Орла и Решки и Юлии Коваль. Ну все. Поскольку здесь пляж и есть вода, закрою камнями, чтобы бутылку не смыло водой. Надежно? Надежно. Сан-Франциско еще тот безумец. Что за сюрпризики? Он поражает своим прошлым. Восторгает настоящим. Как это работает? И удивляет будущим. Крутой аттракцион. Лайк. Туман, Карл. Лови наш лайк. Мурашки по коже. Обалдеть! Я вообще не люблю плавать, но это невероятно. Офигенно! Это просто ужас. Полное безумие. Надеюсь, среди зрителей Орла и Решки много любителей чего-то неординарного. Как вы думаете, мужчины опаздывают? Мне кажется... Янчик! Кажется, нет. Янчик! Привет, моя богачка! Я тебя рад видеть. Это я. Рассказывай. Я влюблена. Я влюблена в Сан-Франциско. Мне кажется, что он для меня создан, а я для него. Так же, как, кстати, и безлимитная карта. Вот, не сомневался, что безлимитная карта именно для тебя. Да, друзья. А еще, кстати, слушай, сегодня у меня случился самый трогательный, один из самых трогательных моментов в моей жизни. Я впервые прятала 100 долларов в бутылке. Господи, я 9 лет смотрела по телевизору, как это делают, и я, понимаешь, Юлька Коваль, Коваль здесь, Коваль сейчас, брала с тебя тоже. Просто с ума сойти. Слушай, если тебе интересно, я тоже отлично провел время, и, как оказалось, в Сан-Франциско ребята со 100 баксами очень даже хорошо могут провести выходные. И мне было... Серьезно? Мне реально было хорошо. Я видел город. Угу. Он очень красивый. Я жил в классном месте. В общем, на самом деле реально все было хорошо. И тут я себя чувствовал комфортно. Слушай, я по-богатому не могу сказать, что я жила в супер-классном месте. Вот пойдемте. Давай скажем. До свидания. Друзья, увидимся в следующем городе. Пока! Чао, бомбино! Понимаешь, Сан-Франциско, он как самый интересный мужчина среди... В дискотеке. На дискотеке, кстати, да. Такой, типа, необычный, такой экстравагантный.